На пресс-конференции, состоявшейся 26 июля в Душанбе, заместитель министра юстиции Хаким Мирсаидзод сообщил, что отныне имена новорожденным должны даваться строго по составленному каталогу имен Минкультуры Таджикистана. При этом он заявил, что соблюдение требований перечня национальных имен обязательно для граждан таджикской национальности. Также чиновник отметил, что сведения перечня имеют рекомендательный характер. Однако, поскольку этот перечень зарегистрирован как официальный документ, Министерство юстиции контролирует его соблюдение. Поэтому соблюдение местных имен обязательно. В перечне говорится, что национальные меньшинства, которые проживают в Таджикистане, могут использовать имена с условием соблюдения своей культуры и традиций. Напомним, что ранее правительство Таджикистана предприняло попытку запретить имена, связанные с исламом, что породило в обществе недовольство и споры, после чего под предлогом сохранения национальной идентичности по поручению Эмомали Рахмона Минкультуры составило каталог, состоящий из 4000 имен.